Переселение из ветхого жилья будет продолжаться согласно планам. В приоритете люди, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2012 года. Сегодня в городе 459 таких строений. 126 из них должны исчезнуть с территории в первую очередь. На их месте появятся новые многоэтажки. Артист Центра культуры и досуга «Магистраль» готовится принять участие в 17-м открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений». Он пройдет с 27 февраля по 3 марта в городе Ноябрьск. На сцену выйдут вокалисты в возрасте от 14 до 30 лет. Все они прошли предварительный отбор. В «Звездном» состоялся второй турнир по волейболу среди мужских команд. В нем приняли участие будущие избиратели, воспитанники спортивных школ. Конкуренцию на поле им составили голосующие со стажем. Команды состязались за кубок территориальной избирательной комиссии. Игра прошла в преддверии Дня молодого выборщика.